Всем привет! А это снова короткометражки от Бардина, от Сашки. Ха! Мы сейчас едем из Покрова в Кольчугино и увидели на дороге табличку, указатель места гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Так бы, может быть, мы и проехали мимо этой таблички, но когда-то давно, когда Владимир Макаров учился в школе, их возили сюда на экскурсию. Поэтому и он решил вспомнить детство, да и нам стало интересно. И мы тоже заглянули на это место, на этот мемориал. Здесь очень свежий воздух, поют птички. Очень здорово. Немного погуляли, пофотографировались, отдохнули, подышали воздухом. Теперь едем дальше в Кольчугино. Кольчугино, жди.